За прошедшие сутки выявили 494 случая COVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова. Из них в Бишкеке 112, Ошской области 95, Иссык-Кульской 94, Ваше 66, Джалабадской области 53, Чуйской 33, Баткенской 23, Нарынской 16, Таласской области 2. Общее число случаев заражения с начала эпидемии 36 299. Последние недели в стране регистрируется менее 1000 случаев в ежесуточной статистике. Накануне сообщалось о новых 662. Среди медицинских работников за сутки зарегистрировано 22 новых случая COVID-19. Из них в городе Бишкек 1, в городе Ош 4, в Ошской области 9, в Джалабадской области 3, в Иссык-Кульской области 5. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 2790 случаев, из которых за сутки выписаны из стационаров с выздоровлением 3 медицинских работника. Кроме того, из домашней самоизоляции выписано 49 медицинских работников –